Как можно приблизить крах капитализма одним лишь добрым словом, как вы выразились однажды, или плюс-кольт? Нет, боюсь, что попытки силового экспорта революции сейчас вовсе не пройдут. То есть мы не сможем ускорить наступление революции никакими силовыми приемами. Все, что мы сейчас можем, это подробно объяснять миру и прежде всего самим себе, что же все-таки на самом деле происходит и почему.